Всем привет, друзья! Вы на канале Music Keyboard. 3,5 или 3 часа назад у BTS вышел второй тизер. Как я и предполагала, он выйдет за 2 дня до камбэка. Вы знаете, у меня встретилась еще одна проблема. Мало того, что у меня в пятницу 7 уроков, так я еще и репетирую после 7-го урока. Поэтому реакцию ждите часа в 4 вечера. Но мы с вами поехали! Походочка велика. Ой, что было? Раньше чинил грехов. О! Что это сейчас было? Стол, давайте еще раз. Это круто. Подождите. Слишком долго. Нет. Не надо. Джин, его прекрасное лицо называется. Тэхён с синими волосами, Джуга улыбашка, Чимин рыжеволосый, так скажем. Ой, Юфория. Блин, тут не скомментировать никак. За 2 раза даже. Давайте еще раз. Вы мне уехали. Мы посмотрим с вами 5 раз сегодня. Наверное. Оранжевый чмин, это круто. Видишь, вот такой. Яра мексиканец какой-то. Вот это очень напоминает Euphoria. Да? Ну, кто смотрел, тот знает. А кто не смотрел, то мы с вами посмотрим. В общем, я увеличила немножечко себя. Этот дизер уже нам больше показал BTS без... Как там я? Я напишу, как ее правильно зовут, если не забуду. Вот. Без девушки в этот раз. И мы больше поняли, какая мелодия. Мне очень понравилась Рэм. С этой белой шляпой. На мексиканца какого-то больше похоже было. Также мне мелодия понравилась. Я уже жду, не дождусь. Но, к сожалению, у меня 7 уроков и репетиция после 7-го. Да. И мелодия крутая. И, кстати, голос Чунгука, это вообще отдельная тема. Про это я даже говорить ничего не буду. Это было супер круто, класс, супер шмудро. Как это сказать? Все гуд. Так понятно всем. И тогда, где еще пел Чунгук, на Euphoria, кстати, тоже было похоже. Кто в танке, тот в курсе, что такое Euphoria, а кто не в танке, то... Ну, мало ли, кто не в танке. В общем, в принципе, мне понравилось. Я жду, не дождусь 12-го, но, к сожалению, у меня 7 уроков после этого репетиции. Подготовка к 9 мая. Mission complete perfectly. Ну, в общем, да, я вам еще хотела сказать такую небольшую новость. Я знаю то, что я вам обещала, что выйдет видео еще 5, но они не вышли, потому что... Кто подписан на мой основной канал, ссылка будет в описании, тот знает, в чем причина. Но, к сожалению, я не знаю, когда видео выйдет, но, может быть, оно уже сейчас на канале, может быть, оно будет попозже, чем вот это видео выйдет. Не знаю, но, в общем, переходите по ссылке в описании на мой канал и посмотрите, почему же все-таки задерживается. Да и сейчас я снимаю в 9:30. Всему причина то, что я буду говорить в ролике.
что ж, ребята, с вами была я, Марта, вы были на канале Musical.ly Kpop. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Аньон!